А теперь о расследовании причин тяжелой аварии в Москве. Завтра Преображенский суд столицы рассмотрит вопрос о мере пресечения для водителя, который сбил людей на пешеходном переходе. Уголовное дело возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть людей». Следствие изучает запись, сделанную камерой видеонаблюдения. На ней видно, машина на большой скорости пересекает перекресток и вылетает на газон. За кадром остался самый страшный момент, когда автомобиль врезался в людей, которые ждали у перехода зеленый сигнал светофора. Два человека погибли на месте, еще один умер по дороге в больницу. В числе жертв 12-летняя девочка. Еще одна трагедия произошла сегодня в Архангельске. Один ребенок погиб, двое получили травму в результате ДТП на Ленинградском проспекте. Иномарка после столкновения с другим автомобилем вылетела на остановку общественного транспорта. По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. До этого он, по словам представителя регионального управления МВД, неоднократно привлекался за нарушение правил дорожного движения.